Всем привет! Недавно записал вот этот ролик складкой печи 3 на 3 кирпича. И в комментариях подписчики канала посоветовали сделать печь такой же конструкции, но с футировкой топливника и чуть большим размером. Проект я подготовил и покажу процесс складки такой печи в этом ролике. Вот так выглядит смета этой печи. Как всегда, вы можете бесплатно скачать проект и смету этой печи на моем сайте snowremonto.ru. Ссылку на него оставлю в описании этого ролика. Первый ряд имеет размер 3,5 на 3,5 кирпича. Второй ряд. Здесь у нас образуются ниши зольной камеры и ниши нашего горизонтального канала. Следующий ряд. Заднюю стенку подрезаем под углом 22 градуса, для того, чтобы отсюда было удобно доставать золу с помощью кочерги. Также мы здесь ставим нашу поддувальную дверцу Vesuvius 236 и прочистную Vesuvius 237, либо печную фурнитуру других производителей такого же размера. Они, в принципе, вся стандартная. Эта дверка будет называться DP2, это DP1. Следующий ряд. На этом ряду первый раз сделаем армирование внешнего контура с помощью перфоленты с гвоздями. Следующий ряд. Здесь мы ставим нашу рассечку, которая разделяет наши боковые каналы на опускной канал, широкий. Кто-то его называет колпаком, я его тоже называю колпаком, кто-то спорит по этому поводу. Как бы там ни было, это будет у нас опускной канал, это подъемный. Высота до рассечки у нас 21 сантиметр. Также на этом ряду мы начинаем делать футировку нашего топливника из кирпича ШБ5. Плашмя вот таким образом положенным. Здесь мы делаем такие подрезы для установки нашего колосника РУ-2 с размерами 200 на 300 мм. Он имеет зазоры во всех направлениях для свободного расширения минимум 5 мм. Между футировкой топливника огнепорным кирпичом и внешним контуром расстояние оставляем от 10 до 15 мм. Оно не должно быть ничем не заполнено, то есть здесь должна быть воздушная прослойка, и туда не должен попадать раствор. Если он во время кладки будет попадать, его надо будет очищать с помощью, например, металлической шинки размером 4 мм. Следующий ряд внешнего контура. Боковые стенки топливника начинаем делать из кирпича ШБ5 на ребро таким образом. При этом кладку огнеупорного кирпича рекомендую делать на Mertel MSH28. В идеале, если это будут крупные огнеупорные заводы, например, Сухолог, либо Боровичи, с добавлением порядка 10% жидкого стекла. При этом, если добавляете жидкое стекло, каждый четвертый вертикальный шов мы делаем компенсаторным, то есть вместо раствора прокладываем 2-3 мм теплоизолятора. Удобнее всего для этого использовать керамбланкер. Следующий ряд. Еще ряд. Здесь мы ставим нашу дверцу DT3, это может быть Vesuvius DT3, либо Болезино DT3, либо Vesuvius 261. В общем, любую дверку стандартного размера, посадочного 250 на 210 мм. Если это Vesuvius, то под него можно купить готовый монтажный тоннель из нержавейки, либо сделать его саму, то же самое, как это делается у меня. Много роликов на канале есть, посмотрите. Соответственно, после установки сам короб из нержавейки дверцы мы монтируем таким образом, чтобы у нас между нержавейкой и внешним контуром кирпичом оставался зазор порядка 10 мм, заполненный, уплотненный теплоизолятором. Удобнее всего использовать каолиновую вату. Поверх короба здесь в идеале сделать армировку внешнего контура перфолентой, но это произойдет только если у вас высота швов будет от 8 до 10 мм, но вообще в идеале делать горизонтальный шов высотой от 5 до 7 мм, но это сильно зависит от геометрии кирпича и от того, скажем так, от насколько вы грамотно умеете работать с кирпичом и с раствором. То есть, например, если бывший каменщик, вам тяжело будет переучиваться на кладку
кирпича с тонкими швами. Если он, например, плиточник бывший, то вам наоборот это будет делать элементарно. То есть кто к чему привык. И в целом я бы сказал, что человек, который не имеет никакого опыта кладки, обычно проще обучить делать кирпичную кладку, чем бывшего каменщика. Но, скажем, например, сделать из бывшего плиточника хорошего профессионального печника – это самое простое дело. Следующий ряд. Еще ряд. Здесь я использовал для перекрытия кирпич Ш9 размером 150 на 300 на 65 мм. Возможно, у вас в городе его нету, тогда тут надо будет делать перекрытие из двух кирпичей. Ну, либо попросить, чтобы у вас в городе все-таки в печных магазинах появилось наличие вот этого кирпича Ш9. Например, в Ижевске он, например, есть, в Москве тоже есть, в Кирове есть. В других городах постепенно он тоже появляется. Следующий ряд. Здесь я поставил перемычку из кирпича, поставленного на торец, нанизанного на шпильку. Эти швы заполнены раствором. Кирпичи затянуты с помощью гайки через усиленную шайбу на шпильку 10 диаметра. Сами отверстия сверлятся обычно 14 диаметром перфоратора. О том, как делать ее подробно, у меня тоже ролик есть на канале. Также мы здесь начинаем делать выход наших дымовых газов из топливника в выпускной канал. Таким образом, достаточно широкий я сделал, чтобы ошибок у вас не было. Здесь обязательно поверх этой перемычки мы армируем наш внешний контур, поскольку у нас был большой разрыв здесь по высоте кладки за счет топочной дверцы. Не у всех получится вот на этом ряду ее проармировать. Эти три ряда, соответственно, армировались только три стороны задних. Здесь дверца не позволяла этого делать. Следующий ряд таким образом выглядит. Так выглядит у нас футировка топливника из кирпича ШВ5. Следующий ряд. Насчет внешнего контура вопросы часто задают. И там, ну, в общем, из чего делать раствор для кладки печи, для внешнего контура. То есть глина с песком, добавлять туда цемент, соль, еще что-то. В общем, ничего кроме глины и песка там не должно быть. Все, что там будет дополнительно, там цемент или соль, еще что-то, это как минимум не улучшит раствор, а с вероятностью 98% ухудшит его свойства достаточно сильно, скажем так. Следующий ряд. Здесь мы выравниваем по высоте вот этот ряд, который у нас будет. По высоте примерно вот с этим рядом. Сверху на этот ряд мы еще будем плиту устанавливать. И эта плита должна по высоте оказаться примерно вот на высоте вот этого 12 ряда. Плита это у нас Валезинская P2-1, размер 585 на 340 мм. Они все достаточно неровные бывают, и выбирайте, не выбирайте, особо ровную вы навряд ли купите, но сама по себе именно вот то, что она маленькая, маленькие плиты обычно не лопают, лопают большие плиты, с этим обычно проблем не бывает. Плиту, поскольку этот ряд вы, скорее всего, тоже идеально ровно не сделаете, и сама у вас плита будет не идеально ровная, то между плитой и огнеупорным кирпичом надо вот проложить порядка 4 мм теплоизолятора. Удобнее всего суперсилику использовать, либо керамбланкет. Таким образом, чтобы плита достаточно плотно лежала на кирпиче. Следующий ряд. Таким образом выглядит. Здесь мы ставим наш уголок. Этот уголок сделан для того, чтобы вы здесь не сбили вот эти кирпичи с помощью сковородки или кастрюли, то есть чтобы не сбивать вот эти
Углы кирпича мы ставим здесь в уголок металлический. Просверливаем здесь отверстие, здесь и здесь. И в эти отверстия вставляем гвоздь. То есть таким образом, чтобы у нас этот уголок надежно там держался, никуда не шатался, плотно стоял. Либо то же самое делаем отверстие в уголке и привязываем к нему проволоку. Эту проволоку закладываем в ряд, в раствор. И то же самое уголок у нас прочно будет здесь держаться, достаточно прочно. Также его не забудьте покрасить перед тем, как ставить, потому что там место достаточно влажное. И если он будет не крашен, он со временем может начать ржаветь. Следующий ряд. Еще ряд. Здесь мы, получается, дублируем ряды, они одинаковые. Вот, обычно этой высоты достаточно, 6 рядов для варочной плиты. Если надо больше, значит поднимайте выше, но обычно этого достаточно. Здесь с помощью уголков делаем перекрытие над варочной плитой. Уголки достаточно использовать здесь 40 на 40 мм. Перекрываем все это дело. Также заужаем наш опускной канал до сечения 120 на 120 мм вот таким образом. И на этом ряду ставим нашу задвижку, задвижка летнего хода. Когда она у нас закрыта, у нас дымовые газы из топливника поднимаются вот этот колпак или полость, опускной канал широкий, заполняют его, после этого опускаются вниз, подворачиваются под нашей рассечкой, поднимаются по этому каналу. Здесь наполняют верхний колпак и уходит дымовую трубу. Еще раз перевязываем. Получается у нас два ряда перевязки над плитой. Можно сделать один ряд, но тогда здесь надо будет проложить лист металла. В идеале нержавейки. В идеале его положить вообще здесь. Под уголками, то есть чтобы у вас здесь была верхняя поверхность ровная, ее можно было, скажем, с помощью тряпки или губки протереть от грязи, от пыли, чем вот уголки с кирпичом, они со временем могут грязь накапливать. Следующий ряд таким образом выглядит. Еще ряд. На этом ряду мы ставим наши две прочистные дверцы, Везувий 237, либо любые другие, с посадочным размером 130 на 130 мм. Опять-таки, здесь армируем. Вообще мы всю эту кладку армируем через каждые два ряда, то есть каждый второй ряд у нас идет армировка внешнего контура, начиная вот с этого ряда. И в обязательном порядке мы армируем вот этот ряд, как самый теплонапряженный. Следующий ряд. Здесь ставим рассечку на высоте 140 мм. Дымовые газы у нас будут подниматься сюда, наполнять колпак этот, подворачиваться под эту рассечку, уходить вверх. Следующий ряд. Еще ряд. Еще ряд. Начинаем потихоньку заужать наш колпак верхний, для того, чтобы перекрыть его. Перевязываем все это дело таким образом. Если у вас высота потолка позволяет сделать печь выше, то вы просто дублируете вот этот и вот эти ряды. Вот у нас получается 23 ряд, 24. То есть вы можете добавить этих рядов еще 2 или 4 ряда. Тогда у вас теплоемкость и КПД печи немного будут выше. Здесь мы ставим нашу основную задвижку. Таким образом она выглядит. Эта задвижка у нас для трубы Петерик. Перевязываем для того, чтобы ее удобно было доставать.
эту и нижнюю задвижку. Здесь с помощью болгарки маленького диаметра 115 мм диском мы вот такое заглубление делаем в форме полукруга, потом его ошкуриваем с помощью шкурки. И у нас получается вот такая удобная небольшая ниша для того, чтобы дотягиваться до язычка задвижки легко было. Следующий ряд. Здесь у нас начинается кладка трубы Петрик. Ставим вторую задвижку. Опять же спрашиваю, зачем две задвижки. Еще раз объясняю. В первой задвижке мы подрезаем уголок вот таким образом. Площадью порядка 8 квадратных сантиметров. Это необходимо делать по правилам пожарной безопасности. Соответственно, когда у вас в печке еще остается небольшое количество углей, вы нижнюю задвижку, у которой подрезан уголок, уже можете закрыть, и у вас угарный газ будет выходить через этот подрезанный уголок в трубу. При этом вторая задвижка у вас должна быть открыта. И когда вы уже там вспомните, там через часа, через два после этого, что у вас печка не закрыта до конца, к этому времени угли уже 100% догорят, тогда вы вторую задвижку, основную, полностью закрываете, которая сплошная. За эти два часа у вас больших теплопотерь не будет, поскольку через этот подрезанный уголок тепло будет выходить минимальное количество, но при этом угореть вы не угорите. И после этого уже полностью закрываете сплошную вторую задвижку верхнюю. Продолжаем трубу, кладку Петерик. Еще ряд. Делаем вот такое расширение. Начинаем делать под выдру и переход на трубу круглого сечения. Вот мы так сделали, расширились. Здесь мы ставим нашу площадку стартовую для трубы диаметром в идеале 150 мм, но, скажем, достаточно и 130 будет. То есть минимум 130, максимум 150 диаметр. Вот у вас эта стартовая площадка, она между этими двумя рядами закрепилась. И на эту стартовую площадку вы насаживаете одноконтурный дымоход из нержавейки этого диаметра. Поднимаете вашу выдру по высоте на, скажем, на 10 сантиметров выше потолка. То есть вот у вас в трубе идет, опять же, то, что у меня указано здесь, выдра, она имеет небольшое расширение, порядка 40 миллиметров, ну, дополнительно 40 миллиметров в каждом направлении. По правилам, она должна быть от дыма до дерева, защищенного листовым металлом либо минеритом, 380 мм, но при этом у вас очень большое будет расширение. В принципе, ну, опять же, я не могу этого рекомендовать, не могу таких советов давать, но на практике температура дыма в трубе здесь не превышает 150 градусов, а такое расширение трубы с дополнительным гильзовкой одноконтурной трубой, оно, ну, 99% вероятность, что здесь температура вот на этой части трубы уже будет никакая, скажем так, близкая к температуре воздуха. Но как бы там ни было, напоминаю, что по правилам должно быть 380 мм. Вот вы поднимаете, соответственно, на 10 сантиметров выше чердака распушку вашу. Здесь у вас на гильзу вы надеваете сэндвич-дымоход, тоже с внутренним сечением 130 либо 150 мм, как вы сделали. Обкладывайте еще порядка 5 рядов кирпичом этот сэндвич-дымоход и дополнительно укрепляйте, не укрепляйте, а затягивайте с помощью перфоленты и саморезов этот сэндвич-дымоход на стропила в трех направлениях, чтобы она у вас получила жесткость. Либо дополнительно используйте один сэндвич-дымоход с элементами подрастяжки, там они в форме таких небольших ушей, как бы, ну, это такие уши, за которые, ну, зацепляются крючки растяжек, и эти растяжки натягиваются в трех направлениях также. Это если у вас труба будет достаточно высоко выходить над кровлей. Это необходимо будет делать, чтобы ни ветром, ни снегом, ну, снегом, конечно, такую трубу все равно снесет. Чтобы ее не снесло, вам надо будет на кровлю ставить снегозадержатели, чтобы у вас снег с крыши не скатывался, постепенно таял и не было боковой нагрузки на ваш дымоход.
вне зависимости от того, сделан у вас из сэндвич-элементов, либо из кирпичной трубы, все равно в районе именно прохождения трубы, ну вот скажем, труба здесь проходит, вам надо здесь поставить будет два элемента снегозадержателя, хотя бы два. В идеале, конечно, всю крышу надо и делать. Вот такая печка у вас получится должна в итоге. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на канал, дальше будет только интереснее.